Всем привет, ребят, с вами Зеленая Коска, и сегодня мы играем опять в игру Глаз. Я, конечно, играл уже два раза, наверное, уже, как не три. Но решил пройти все сразу уровни. В первой части все уровни, во втором части все уровни, в другом части все уровни. Так, и сейчас играем за новичка, потому что я реально пока новичок. Хотя много раз играл в эту игру, но я все еще новичок. Только начинаю играть. Так. Здесь первое, я так понимаю, в самом начале нужно собрать всего 6 мешков. Но это очень легко. Сейчас мы разберемся. Глаз, отлично. Сейчас надо забрать все остальные. Открывайся. Господи. Долго ты открываешься. Так. Выходим. Вроде ее не слышно. Даже если слышно. Я спряталась. Ты меня хрен найдешь. Забираем мешок. Так. О, всего один мешок остался. По-моему, хорошо. Так. Давай нажимайся. Есть. Глаз. Сколько глазов я хорошо наработала. Я. Нажимаю. Точно туда не было забросано, и здесь не было нужно избавиться от этого чего-то. Тос назовет меня куда-то к себе в тень. Что за делать? Ничего, тел, зыть. Что надо делать? 12 монет из 300. Офигеть, как долго. Так. Первый мы выбрали. Здесь дофига уровней. Первый новичок, второй легкий. Погнали, легкий. 12 мешков. Соберем и 12 мешков, получается. Мы соберем 18 мешков. Это много, а? Так. Но попробовать побыстрее все это сделать и очень быстро собрать мешки. Первый я собрал за 1 минуту практически. Это хорошо. Хорошо, быстро. Может, и пройдем другие уровни, давай называть быстрее. Так. Здесь все. О, 2 мешка. Офигеть. Глобус все еще светится. Не светись, глобус, я тебе не разрешаю. Блин. Опять не туда посла. На кухне, остался на кухонке. Пила. Пила и мешок. О, и глаз. Отлично. Глаз — это то, что мне нужно. Глазами мне бы хоть второй уровень активировать бы. Я во втором бы поиграла. Все сразу уровни. Узнал бы там все тактики. Так, здесь я бы ничего сделал. Надо быстро спрятаться от нее. Да она вообще там находится. Блин, а почему-то тут 30, и она писит здесь. Отлично. Так, Нет, нифига. Иногого сикова. Отлично, она внизу. Все это внизу. Она так долго внизу делает. Так. Проходим вот в эти двери, и здесь более такое вот интересно. Ага, мешок. Еще 2 меска осталось. Чуть-чуть еще. Быстро. Где здесь должен быть телепорт? Мешок. Так, я быстро. Забирай все, я выслужил. Все, я выхожу. Какого хрена? Ты противная, вали! Ты время мне тянешь. Ты вредная. Ты мне пройти не разрешаешь. Вали давай отсюда. То я валю быстрее. Не мешки собрать надо. Да, надеюсь, я смогу пройти быстрее двери, она меня так не поймает. Воу, мешков-то сколько? Всего один нужен. Где-то здесь порталик. Ну, погнали в портал. Не знаю, куда он мне приведет. Он кидает в разные... Прекрасно просто. Прямо к выходу. Давай, быстрее. Так. Никого. Я точно уверен, что никого. На все 50% уверен, что никого тут нет. Даже если криги, я смогу быстро от нее убежать. Вроде она здесь. Нет? Нифига. Это отлично. Что она не... Что нифига? Уровень... Резим обычный и уровень сложности легкий пройден. Ну что, погнали на нормале. Ага, новичок. Легкий и нормал. Погнали нормал. 20 мешков. Собирал 12, это... Блин, это на 8 много.
Ладно, разберемся, может здесь побыстрее будет. Так, я ни разу не пользовался этими обычными ходами. Теми, кими пользуются. Я нифига ими не пользуюсь. Емесок. Так, здесь все у нас. Так, опа-опа-опа. Еее. Это называется. Так, опа-опа-опа. Быстро. Первая 1 минуту, вторая 3 минуты. Сейчас попробуем эту за чуть-чуть пройти. Еее. 2 с миском проходится очень долго. Но я постараюсь побыстрее пройти. Если пройду эти, то пройду потом и остальные уровни. Это будет вообще крутяк. Мясок. А, это глаз. Ну, глаз так мясок. Перепутала мясок с глазом. Странное такое ощущение или чувство. Все, сваливает. Думаю, она сваливает. Все. Забираем мясок, он мне не нужен. Вроде не слышно. То ли звуки были сначала, теперь не слышу. Забираем последний глаз. Бра-бра-бра. Воу, как быстро. Я даже ничего... Я моргнуть даже практически не успела. Я слышу, сволочь. Вали, а телевизор испугался. Так, быстрее. Вау, у меня ускорители, оказывается, были. А я все это время приходил, я могла бы, блин, за 20 или даже за меньше секунд пройти первый левел или второй тоже. Блин, а я про ускоритель-то вообще не знал. Но слишком долгое время, чтобы включить эти проклятые ускорители. То есть время, чтобы... Ну, чтобы и пользоваться ускорителем, и очень долгая перезарядка этого ускорителя. Я так не успеваю. Быстро. Пока она там, я быстро, вроде нифига ее не слышно. Емесок. Быстро, блин. Блин. Быстрее, да блин. Да нифига, да уйди ты. Я не могу ускориться. Я ускорилась. Но времени очень мало, а перезарядка долгая. Быстрее. Не успела. 10. 11. Здесь еще полно мисков есть. Вот еще 1 мисок. И там вроде был. Отлично, она ушла. Так, мисок. Глаз, он не пригодится. Так. Но времени у меня вообще мало. Блин, прячемся. Считаем время по времечку. Время. Оно наверху, да это вообще идеалка. Наверх. Да блин, долго перезарезается. Да блин, быстрее. Быстро. В 13. Чуть-чуть осталось еще. Так, ну все, она ушла. Она внизу. Значит, я смогу быстрым извини войти наверх. Так, здесь мясок. Мясок. Глаз. Я все глаза просрала, когда хотела посмотреть на нее. Где она? Блин, ну столько глазов просрать, ну это пипец, как не круто. Только гений мог просрать все глаза. Эх. 15, еще 5. Еще 5, быстрее. Здесь. Большая возможность того, что здесь мисков всего 3. Твою мать. Нифига это меня не спасает, конечно. Давай, сказала. 1, все. 2 еще осталось. Ноус нет. Открою, но телепортом пользуются рисунки. Маленькая папаса, какая-то красная и мама. Рисунки. Так, это, по-моему, картины переставлять надо. Я это место видела. Сейчас переставляем картины. Блять, она здесь. Зоска, я чуть не вышла. Блять, ты меня убила бы сейчас. Ты не понимаешь, блин, что ли? Вот ты тупая. Тупой монстр. Монстр, из-за тебя я пройти не могу. Ты мне время тянешь. Да, я поняла. Картины висят у меня не очень, поэтому интересно. Как же я пройду, если ты мне тут мешаешь. Быстрее давай. Бри. Время течет. Как черепаха. Быстрее. Господи, это хрен. Хреновина вообще отсюда не сваливает. Быстро, там нету, я забрала последний мисок, то что вряд ли вообще мисок здесь завалялся.
Есть глаз, глаз есть, я все могу быстро тут спрятаться. Еее, время совсем чуть-чуть. Ничего, вы меня расстраиваете, пожалуйста. Ес! Могу задумать молитвы. Ё, оно вообще внизу. Так я смогу быстро смыться. Ускорители не использовать. В, можем использоваться. Маленькая, попасая, маленькая и... уди, и дама. Ее! Вау, секретная комнатка. И пони. Скайти, скайти, мой поник. Блин. Я только привела ее сюда, она где-то тут сляется. Переходим на другую сторону. Так, здесь вроде ничего. Я могу уже сваливать никуда вот сюда. Быстро переходим на другую сторону. Блин, я вот с этими коридорами вообще здесь запарилась просто бегать. Мясок, оказывается, здесь был. Тьфу ты. Можно было не мучиться. Ладно, воспользуюсь старым добрым методом. Воспользуюсь порталом. Погнали, это был ты. Я с этими коридорами запуталась. А здесь могу... Да вас ломать! Да какого хрена? Я вышла из этих подвалов, а меня опять в них пустили. Ладно, воспользуемся это ускорителем. Так, раз, два, три, четыре, погнали! Так как долго перезарядка, быстрее, нажимайся! Ес, Да я просто вообще красава! 20 монет, прикиньте! Почему так мало? Это долго проходило. Ладно, погнали на тяжелый космар. Он до следующего видео.